Спасатели Полоцка провели квест-игру «Тайны острова 112» для воспитанников спортивного лагеря «Ленинец». Все задания касались правил безопасности и были направлены на отработку алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. Встреча прошла в рамках акции «Каникулы без дыма и огня». В Полоцке презентовали экскурсионный маршрут, который имеет непосредственное отношение к императорскому дому Романовых. За основу взяты сведения о том, что в разные годы в древнем городе побывало более 20 представителей династии. В целом маршрут включает более 15 остановок у архитектурных памятников и пролегает по исторической части города. Ко Дню независимости работники музея Новополоцка подготовили тест по монументально-декоративному искусству. Горожанам предлагают узнать по отдельным элементам городские объекты. Найти задание можно на сайте музея. Здесь же размещен проект, посвященный художникам Новополоцка. В Полоцком госуниверситете прошла череда вручений дипломов о высшем образовании. Первыми заветный документ получили выпускники факультета компьютерных наук и электроники. С пожеланиями удачи на новом жизненном пути к ним обратились ректор и преподаватели вуза.